Я рад приветствовать строителей форта на канале Демоко, меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Форт Мияу. Давайте уже покажем этим котам последний рывок. Опа, 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 мы, где тут вообще, он, смотрите, на спринт на всеми ставил. И над рыбками, над коровами. А вот и дед. Дед, ты куда бабку-то дел? Смотрел, там бабку вырубили. Коты твои вырубили бабулю. Ну тут вообще такой прижился нормально. Кукурузу себе растит. Посмотрите, с помидорами. Коноплю, наверное, еще выращивает. По-любому, дед. Это тот еще наркоман старый. Видите, до чего доводят наркотики? Вот до такого. Это такую жизнь. До паранойи и все. Ты должен помочь нам, дедуля. С этими котами гребаными. Дед такой, на ружье и разберись сама. Не, Магнус! А, не, это же она. Не, я совсем забыл. Это же ее такое имя, Магнус. Ты точно знаешь этого пацана, да, что его Магнус зовут? Ты никогда не удивлялся, дед, почему его такое имя? А не кот ли он замаскированный? Типа вы сюда спустились? Мы пошли типа за миссис, и тут ее вырубили коты. Да ее там вообще конкретно, я же говорю, вырубили коты там, он сказал, конфьюзинг, значит, оконфузили ее коты. Ух, черт подери, ну бывает, что? Я женюсь заново, я еще молод, говорит дедуля. Типа, я могу объяснить, как все произошло, ну давай, дед, объясняй. Что нам тут твои объяснения слушать там? Мы посмотрели, кстати, это наверняка дверь надо открывать как-то, да, там же не просто так пароль можно подбирать. Значит, дверь как-то можно открыть. Так, ну дед, что будет нам нудные разговоры рассказывать, как он все до этого докатился, что он жил бедно, хотел, ага, вот, пожалуйста, я болел, мы выживали как могли, но лекарство было слишком дорогое, я не мог позволить себе оставить бабулю, я сам не настоящий, я сам кот. Так, я не знаю, хотели все забыть и уехать в Лапландию. Как Нильс мечтал, помню еще. Пусть такой был. Ладно, я читать не буду. Если кому надо, кто понимает, читайте на паузе, ребят. Для меня история и так ясна. Вы в картинках бы лучше пока показывали, мы бы хоть пообсуждали. А то что-то дед пишет. Дедуля, я же говорю, это старый нудный разговор. Посмотрите на девочку, она уже устала его слушать. Пацан-то давно уже не слушает, он там уже, знаете, компьютерную какую-то игру у себя в голове проходит. Моя классная была в Counter-Strike, там чуть-чуть ходи-то как раздавал, я сегодня с утра. Сейчас сижу с этой девчонкой. Деда ее слушаю. Старого параноика. Кот такой вообще адский, вот этот слева. Повесился просто на подоконнике. Так, я типа не имею, не могу протестить. Готов ли став? Хотите потестить, ребята? Готов ли став? Где ты, старый вор, наркоман? Так, что дальше тут у нас? Ну, лимиты кончились. Придется выживать. Так. Короче, дело к ночи. Надо найти что-то, бабуля там, сейчас она все погрузит. А, она вообще уехала, я же говорю, она уехала. Она сказала, да нет, да ты конченый, я тебя сваливаю. My beautiful wife, моя прекрасная жена, моя, ваша бабушка Мартина. Марта. Что-то с котами, головы котов в сумке нанесла. Вот такие вот, такая вот жесть, да. О, там коты, смотрите, ломятся. Дед такой, а я закрываю двери, коты. Ням, гладь меня, старый! Своей морщинистой рукой. Так. Коты-то нас не разорвали, да? Мы хорошо там прятались под мебелью. А если бы мы не знали это, так коты бы нас просто порвали в клочья. Они, вон, смотрите, как на деда нападают. Я типа сдался и остался тут. Я уже жизнь не мила, я уже совсем старичок. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва.
Я помню! Он что-то помнит, оказывается. Что-то написано в чтениях в этих... истории. Короче говоря, дед вообще там... О-хо-хо-хо, я же говорю, в бабку переоделись коты. Да? Я думал, бабулю вырубили. Жалко, что не вырубили. Лучше бы вырубили бабулю. Ракея! Ударом кунг-фу. Типа, а потом они переоделись в мою старушку и заманивали меня. Блинчиками и всякими вкусняшками. Что-то про океан. Они, видимо, хотели уехать за океан. Роботы. Что-то роботы. Контролировать роботов за океаном. Установить свою империю. Типа, я во всем виноват, мне надо все исправить, да, наверное? Где ты, наверное, про это хочешь нам сказать? Где ты так долго рассказываешь, пипец? Честное слово, уже всем... Вот дочь уже такая, внучка, все, дедуль, мне пора, короче, я поехала. Я вообще к родителям попер. У вас вот какая-то херь творится. Ну у вас нафиг вообще, с вашей деревней. Приехал на летние каникулы, ага, отдохнуть. Дед нагрузил, какие-то коты, нацисты. Что? Дед, что? Ё-моё. Какие-то дед-то тоже каратист. Слышали, какие звуки, когда он рукой сделал? Сейчас. Ху! Ху! Как в фильмах, знаете, кунг-фу. Доски может ломать. Попадись ему кот, конечно, там один на один. Так он бы его сломал, а так-то чё? Типа не паникуйте. Они все так двигаются. Они все тут ниндзи. Ху! Ху! Ху-ху! Короче, мы готовы помочь тебе, дед. Спасибо тебе, Магнус, великий, могучий. Мне нужна помощь, здесь большая помощь. Фу, говорит дед. Вы, у вас есть вроде, ага, типа... Сейчас нам будет в картинках. Вот лучше бы сразу бы они в картинках нам все объясняли. Как в комиксе, знаете, как вначале было, когда она нашла книгу. Типа, вот так мы идем, вы тут лазаете на кнопки, короче, отвлекаете котов. Мы в это время прячемся, коты типа тупые, меня не видят в моей красной кепке. И вообще не заметен. Как сама ночь. В это, деду сразу план не нравится. Посмотрите на его лицо. Явно ему не нравится его план. Он сейчас тоже сидит, думает, а то какой сериал бы сегодня вечером посмотреть. Я тут дергаю за этот рычаг на третьей скорости. Дед говорит, нет, ху-ху, Магнус, ху, опять ему. Так, он говорит, нет, типа, я буду дергать, дед. Это хорошая идея. Ты свое уже отдергал. Так, а потом мы уже, типа, ломимся сюда, куда-то там под... В этот самый, в чулан к Гарри Поттеру, туда идем. Ну и с Гарри там пообщаемся. Гарри достанет палочку, скажет «Экспиармус!» И в коту прям. И все. И мы победили, короче. Нам главное Гарри освободить, я понял. Гарри освободим, мы победили. Не, а ты что будешь делать в этот момент, спрашивает дед. Я ничего делать не буду. Я буду просто наблюдать за этим безумием, говорит она. Такая, фу, опять тоже. Блин, какая веселая история, я не могу. В конце самое веселье. Короче, Магнус, ты иди, начинай свой план. Спасай Гарри Поттера. Будь осторожен, Магнус. Коты опасны, у одного из них пистолет. Так, окей, Нива, теперь я тебе буду рассказывать свои истории еще где-то полчаса. Что мы с тобой сейчас будем делать? Мы будем защищаться. Сейчас я буду с дедом, короче, защищаться, под столом сидеть от этих котов, да, походу? Девочка уже недовольна. Думает, ну у вас нафиг. Ой, я же говорю с дедом, все. Сейчас бесконечная история, походу, туда начнется. Сейчас нажми старт, и все, и пипец, и понеслась, короче. Так, ну давайте мы обставляемся. Ага, смотрите, поначалу-то совсем по чуть-чуть нападают. Но наверняка будет какая-то бесконечная. То есть нам сейчас надо выставить определенную баррикаду. И, наверное, несколько волн выдержать. И больше мы ставить ничего не сможем. Мне так кажется, за это время. Пока там Магнус нас разгребает. А так как пацан этот совсем-совсем медлительный, то я чувствую, что мы тут вообще погибнем. Коты нас тут заобнимают до смерти. Где тут наше кресло? Еще одно.
дедуля, ты что-то такой толстый. Ты там должен был похудеть, ё-моё. А дед-то, смотрите, какую-то коробку с собой приволок. Знаете, там какая-нибудь по-любому там что-то опасное для жизни. Ну, для котов в жизни, не для нас, конечно же. Лампа. Ну, мы все по выстроенному плану, да, по-нашему, как всегда, пойдем. Будут наверняка коты лететь сбоку, поставим там лампу. Ой, лампу, этот, часы наши великие и могучие, они выдерживают нас атаку. Тихо, 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 тихо. Криво поставил. Чувствую, что к последнему файту мы готовимся. Так что надо утолщать наши ряды. Делать тостер боевой. Так, дальше. Что у нас там обычно стояло? Тихо. Нормально. Подушечку сюда клали мы еще, я помню. Да и сюда можно положить подушечку, я помню. Здесь тоже пробивали еще как. Сюда подушку. Да не ори, да, сейчас начнем. Так, еще же жирный кот полетит. Раскидаем. Же против жирного кота срочно нужна подуха. Да блин, что такое? В какую сторону-то крутить? Вот в эту вроде. Против жирного подуха. Еще 55 очков у нас осталось. Поставим вот это. Так, все, пошло разваливаться. План не удался. Часы отодвигаются. Сверху коробку. Так, все, старт. Так, так, проценты, проценты прошли. Давай, дедуля, колдуй. Где там колдует вовсю. Так, 0%. А нас уже практически все разломали. Дед, ты долго будешь колдовать? Я чувствую. Так. 31 секунда. До следующей волны. Офигеть. Лампа, поворачивайся. Нет, не успели. Черт! Ну ладно, лампу поставили, уже хорошо. Блин, от жирного кота не спаслись. Уже жирный. Поезд пассажирный. 16%. Блин, мы ничего не успеем. Точно, мы запровалили. Все, коты захватили мир, короче. Я понял. Так, строим заново. Ё-моё, то все нам разнесли там. 20 секунд. Надо все так построить хорошо, чтобы нам потом, нас потом эти вот ироды и не беспокоили. Так, тостер, тостер, тостер. Сразу тостер обязательно. Вот я там зря, конечно, начал ставить эти палки, да, я, получается, следующая волна там не было, вот этих вот тыквоголовых. А вот от жирного кота надо было подушку-то поставить. Так, ну я сразу, наверное, запасусь подушкой. На будущее. Мы все равно тут такую пирамиду Хеопса не поставим. Гигантскую. Надо еще, еще нам что-то, ништяков каких-то. Будем стрелять, отбиваться будем. Я вам живым не дамся. Так, мы там сейчас 16%, да, все, по-моему, выполнили. Блин, да бегунок, ты меня раздражаешь, как ты крутишься. Мы там 16%, по-моему, процентов всего, получается, за раз взяли, а это значит то, что еще будет
достаточно многие, много, как минимум еще 5 раз будут нас атаковать. А это уже, знаете ли, не шуточки. Против жирняка. Жирняк, кстати, в прошлый раз нормально вошел в этот. В часы. Вот это, конечно, было неплохо. Точнее, плохо это, наоборот, было. Вроде бы как все. Давайте еще вот это сюда сверху закинем, что ли. Давайте, погнали. Или что там, еще что-то можно, да? Сверху кинем. Стой. Давай, дедуля, быстрее, быстрее. Ты каков сделал? Так, так, так. Летел. Тихо, не ломать. Держаться, не ломать. Отлично, отлично, отбились. И нам практически ничего не сломали. Так, опять мой жирный ход. Быстрее ищем подушку, подушку ставим. Так, где у меня палки? Давай палки, где метла? Я понимаю, что сейчас нам не надо это. Но потом будет надо, и это будет проблема. Так. Так, у нас все на месте. Эти стоят на месте, все на месте. А, еще 55. Я даже не знаю, может это поставить? Пускай стоит. Давайте, погнали. Еще 4 секунды. Так, давай, давай. Жирный, жирный. Пассажирный, ушел. Тихо. Так, лишили двоих. Отлично. Троица пошла. Выдержали? Выдержали, отлично. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Пришли к письменка. Вот это весело, я понимаю. Так, тихо, дед, не говори там ничего мне под руку. Блин, я же ничего не вижу, куда ставить. Тихо, ты болтать уже. Сколько? 10 очков еще. Нам по 5 очков, кстати, добавляют каждый раз. Вроде все, мы больше ничего делать не можем. Главное, пешком. Две атаки еще придет сбоку. Там еще троица пойдет. Давайте. 40%, что-то по 20% за каждый проход, да? Так вот, прошел. Жирняк идет. Ушел жирняк. Отлично. Отбились. Троица. Нет, 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 давай на хлеб. Отлично, на хлеб попала. Не троица, там двоица была. Черт, троица прошла, прошла. Блин, часы развалили. Ну ладно, ничего страшного. Быстро, быстро собираем. Не часы, не часы, не часы. Так, часы, вот они. Ставим часы. Боковые будут, будут горящие коты. Вот к этой. Пока есть время, давайте ставим все это. Ладно, ладно, нормально. Пока вроде ничего. Пока, конечно, сейчас вот этот вот ход-код залетит, и будет вообще жесть. Следующий же, кто попадет с него, будет вообще взрыв, там все разнесет хренам. Блин, я же говорю, козлячий ход. Все, пипец, разломали нам все. Черт. Быстрее, быстрее, быстрее. Войны пойдут. Так, что тут еще можно было? Подушку поставить? Подушку ставим. Черт, ладно, он надеюсь будет стрелять. Я надеюсь, он будет стрелять. Да, он стреляет, есть такой позиции, ему плевать. Давай, давай! Терпи! Дед, ты войну прошел, ё-моё, ты должен тут котов-то победить. Победили котов! Котов! Давай, сейчас как жахнем! И в космос просто! Офигеть! Все, дедуля счастлив! Иха! Говорит дед и сплясал просто нам ирландскую джигу. Мы типа сделали это... Типа все коты-роботы уничтожены. Я, короче, рад за тебя.
Все улики мы потерли, одним словом. Дед всю жизнь над этим работал, да, уничтожил в один момент. Не бы, чтобы исправить, но хотя, в принципе, наверное, потом он все равно примется за эту работу, опять будет их создавать. Это по-любому, это же тот еще лаборант. Короче, он за нас рад, молодец, спасибо, что помогла, дедули. Красотулечка ты моя недоглядная, говорит он. Короче, Марта к нему, видать, вернется, он на это рассчитывает очень сильно. А что, типа, ты думаешь? А что я думаю? Дед, ты... Я, короче, к тебе в последний раз на каникулы. Вот что я думаю. Ну вот, ребят, мы прошли игрулю. Блин, забавная игра, конечно, отчасти, да, очень веселая, прикольная, особенно вот этот дед в конце было вообще прикольно. Нормально повеселились, нормально поотбивали этот котяк. Интересная игрушка так-то, по сути, придумали оригинально. Под конец, правда, она уже начинает, ну, как бы однообразие одно идет. И ты понимаешь, что ты уже выстроил защиту определенную, тебе сложно ее пробивать. Ну, чисто просто вот повеселиться, отдохнуть. Отличная игра, отлично все было. Что-то нам еще предлагают. Типа на челленджи, да, выйти? Да нет, спасибо, зачем нам нужны эти челленджи? Типа вот разные, да, получается, челленджи. Что это такое? Ха-ха! Это на разные, типа, скинчики, да, я так понимаю? Типа купите за 3 рыбки, да? А мне 3 рыбки как раз и есть. Ну давайте купим за 3 рыбки. И чё? Мы просто, получается, скины эти, да, покупаем. В итоге получается так, да? Типа просто это как бы типа внутри игровой магазин такой, да? А типа купите еще, пожалуйста, рыбок, а рыбки стоят денег, да? Реальных. Ну-ка давайте посмотрим. Чисто вопрос такой интересный. Это выбрать котов. Типа новые костюмы. Так мы же вот. Открыли красный нос, там все дела. Это вот, знаете, для утех такой. Красный этот шарик вставляешь в рот. Кляп называется. Очень похож. 200 клубков каких-то. Но я что-то не пойму. Вроде мы что-то взяли, а нам почему-то это и не дают. Какие-то еще клубки, что-то еще. Челлендж мод. А, вот, мы теперь можем играть, короче. Я понял. Что за челлендж мод? Получается, здесь тоже волнами, да, идет. У нас 240 очков. Ну, давайте глянем чисто один. Это что за ящик такой у нас на голове висит? А это вот он и есть, да? Я его выкинул, да, походу, сейчас правой кнопкой это нажал, и он отлетел. У нас полностью все предметы, у нас есть 240 очков, мы, короче, должны закрываться от этих котяк. Каким-нибудь образом. Но мы, я думаю, закроемся по старинке. Метла. Комод. Лампа. И часы. Даже получается, вот так надо было сдвинуть, чтобы часы вот поудачнее поставить. А то их просто расшатают. Где там? Комодик. Ну и лампа. Основа основ. Ну давайте еще комодик один сверху, часы, эту лампу прикроем. Погнали! Сколько просто надо челленджа, сколько надо уровней пройти? Так. Ага, понятно. Так, а еще по одному летят с этих сторон, и 3 кота будут с той стороны и с этой. Прикрылись палками. 15 очков у нас еще есть. Ну, давайте ничего брать не будем. Че, у нас мы, в принципе, так-то выдерживаем. Зачем нам что-то брать? Я потом хочу тостер поставить. Могу я промотать сразу же? Могу промотать. Че ждать? Да, пошли коты. Один кот. Второй кот. Тостеры, кстати, вообще отлично зашли. Так, отлично. Мы справились. Жирный кот, смотрите. Что такое 9 часов? Это что? Это 9 килограммов весит.
или 9, это какой-то глюк, короче, да, это цифра мне будет гасить. От кота мы прячемся от этого жирняка, вот так вот. Там пятерочка пойдет, офигеть. Сразу расставим. Погнали. Жирняк пошел? Нет? Обычный кот пошел. 5 котов аж пойдет с той стороны. Офигеть! Я же там поставил палку, а сколько там? Да вроде разве были коты? А вот и очки, короче, да, нам идут подсчет. Ну-ка давай еще раз. Как так-то вообще? Спрячь за девочкой. Этот ящик, вот этот, короче, это походу вот он и есть с призами, наверное, да, вот этот вот. Нам надо его хранить. Надо посчитать, что вот с нами товарищ вместе сидит. И держит книгу. Девочка, ты можешь уже книгу-то не держать. Не. Мы же там уже все прочли, все, что нам надо было. Узнали, что дед немецкий шпион. Ну, он типа, он не немецкий шпион, а он шпион у немцев. На немцев, точнее, информацию у немцев воровал. Создавал котов. И был таков. Ну-ка, давайте посмотрим, где-то у нас еще один тумбочка-то, я не вижу. А у нас не хватает на нее денег. Теперь хватает. Погнали. Сколько надо просто пройти там? Да, наверное, в принципе, туда бесконечно, наверное, будет идти. Опа! А жирняк-то здесь откуда? Его же не было. Он разве был жирняк? Так, быстренько, часы. Там двойные ребята летят. Где подушки? Сейчас. Что-то толстяк-то там, конечно, разбушевался. Блин, сломали мою подушку от жирняка. Все разнесли. Быстро ставь. Два будут тыквоголовых. Так, где там у нас? Мяу-мяу-мяу. Кресло, не уезжай, стой на месте. Часы. Тут не поставить. Успел? Ну, давайте, ладно, попробуем так. Там по 4, я думаю, вряд ли мы, наверное, выдержим. Давай, давай, давай. Так, выдержали. Часы выдерживают наши. Отлично. Выдержали. Так, один будет идти здесь, понял. Тройные еще пойдут коты, двойные еще будут. Так, кого же нам поставить? Я прямо весь в растерянности. Давайте тостов надо ставить нам. Хватит нам? Нет, нам не хватает. У нас 30 очков всего лишь. Блин, я даже не знаю. Давайте вот тазик что ли поставим. Бесполезно. Ну давайте го уже. Челлендж левел номер 3. Офигеть, просто разломали мне мои часы. Так, жирничок пойдет. Жирничок. А, буду два чувачка с боков. Там пойдет и жирняк. А жирняка прикроемся таким способом. Вот еще не поставишь. Нет, куда ты упала? Тихо. Ты чуть-чуть трогать. Не ваша же. Упоротые коты, а? Или упорные? Нет, упоротые. Быстрее!
жирный пойдет, да, жирный будет здесь. Так, пятерочка пойдет здесь, здесь пойдет пятерочка. И по одному пойдет веник. Веник. Там все равно 25, так что не страшно, не жалко. Да, здесь холодной водой поставим. Подколим кота. Подколи кота поставь, дай. Давай. Ну-ка. Не намочите, что это падает. Мы уже разломали мне все, что можно. Блин, как жирный, ты такой жирный. Тебе должно быть стыдно. Так. Уже взрывные пошли. Боковая будет, значит, терпеть, там два целых боковых. Чёрт! Не, ну мы тут точно слили. Слишком много развалили нам в прошлый раз, поэтому мы, думаю, здесь не справимся. Часы все опрокинули, часы. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Ну, в принципе, было весело. Второй уровень, не. Получается... Вся суть в том, чтобы мы прошли просто тупо историю, это знакомились, да. А вся, видимо, основная суть прохождения игры, это челленджи моды, наверное. Их вон, смотрите, сколько. Разных. Но они бесконечные, просто тупо мочилово. История все-таки была веселой. Если вы хотите, конечно, можете поиграть в челленджи моды. Я думаю, многим это из вас может понравиться и будет интересным, да. Особенно те, кто смотрели это видео. Вот, я думаю, я с этой игрой завязываю. Мы наиграли, навеселились, я думаю, в усмерть просто. В кота-усмерть. Вот, следующую игру, какую-нибудь другую я буду проходить. Все, ребята, не забывайте подписываться, ставить, комментировать, делиться. А с вами был Станислав, всем спасибо за внимание и до новых встреч в новых прохождениях. Пока!